Сегодня хочу показать, как сделать VLC проигрыватель по умолчанию в операционной системе. Итак, по умолчанию в операционной системе OSTN Yosemite стоит QuickTime Player. И вы скачали с интернета себе VLC. Его можно скачать на сайте videolan.org. Вот здесь есть версия для Mac. Скачивайте ее, вот, устанавливайте. И чтобы открывалась через VLC, э, нужно сделать следующие действия. Вот у меня есть э, видеофайлик э, формата MP4. Я хочу, чтобы он, чтобы он открывался у меня в VLC. Правая кнопка мыши нажимаю на файлик. Здесь выбираю свойства. И в свойствах я выбираю открывать в программе. Вот, открывать в программе. И здесь э, выбираю выбрать программу. Так, здесь у меня список моих программ. И здесь я выбираю VLC. И ставлю галочку Всегда открывать в программе. И нажимаю Добавить. Все, теперь у меня вот отображается VLC. Закрываю и проверяю. Все, он у меня открылся в VLC плеере. Вот и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Всем удачи. Пока.